Друзья, всем привет! У нас в работе автомобили Toyota Highlander. Установили мультимедию от компании KRS. Двукашная модель RS700. Очень-очень крутой аппарат. Магнитолка подключается тут по кану. То есть руль, дверки показывает. Видите, открытие, закрытие. Климат отображает, не отображает. Климат не отображает. Ну, то такое. Также установили камеру заднего вида. Шикарной картинкой. Вот. Линии у нас поворачиваются. Видим, да? Вот так вот. Оп. Вот это, кстати, можно будет настройки линии. Видите, их можно настраивать под себя. Вот. Угол камеры. Вот, видите? Угол обзора. Вот. Безопасное расстояние, видите, оп, подвигаете вот эти линии, пожалуйста. В общем, полностью настраиваете вот эти линии под себя, так как вы хотите. По высоте, вверх, вниз, лево, вправо, это без проблем. Еще и они крутятся, эти линии. Красота! По камере, это Full HD-шная камера, самая топовая. Магнитолка ее тянет, эта магнитола тянет все самые топовые, скажем так, камеры. Дальше, давайте пробежимся по самой мультимедии. У нас такая вот менюшечка. Эквалайзер. Снимаю так, чтобы было видно с торца сбоку, но не сильно хорошо видно. Вот такой у нас эквалайзер. Смотрите. Красота. Срезы все полностью есть. Настройки сабвуфера, вот тут можно заходить, резать его снизу, сверху, громкость сабвуфера, очень-очень круто. 2К-шный дисплей, видим, кнопочек здесь нету, да, на лицевой части. У нас есть мультируль, нам, по сути, те кнопочки не нужны. А если нужны, то мы свайпаем снизу вверх, у нас выезжает вот такая вот шкала, и тут мы можем регулировать громкость, если надо, спрятать. Дальше. У нас есть такая функция разделения экрана. Очень крутая функция. Мы берем вот так вот, заходим, да, сюда. Иконка. Потом заходим. Нажимаем, вот видите, на иконочку. Оп. И мы делим экран. Здесь у нас радио. А здесь у нас, допустим, видео, да. Это очень круто. Вы можете с одной стороны сделать себе навигацию, с другой стороны поставить там, вот как сейчас клип. Едете и, пожалуйста, громкость работает. Вы можете управлять этой половинкой. Это очень-очень круто. Также есть в магнитолке беспроводной CarPlay, получается. Вот он. Если у вас айфончик, без провода, красивенько подключились, и все, что у вас на телефончике, будет отображаться там. И навигация, музычка, все. С помощью Play Market вы можете скачивать, получается, себе любые приложения и пользоваться чем угодно, то есть полноценный Android. По поводу памяти, эта моделька заряженная, много памяти, потому она и работает очень быстро, и со временем она будет также быстро работать, потому что у нее есть запас памяти. Чем меньше памяти, тем устройство будет дольше думать. Так что чем больше памяти, тем это круче, с запасом, скажем так. Всегда есть смысл брать устройство с большей памятью. Если вы берете мультимедию для себя и хотите ей пользоваться в дальнейшем, и хотите получать удовольствие, и не ждать, пока она будет перелистывать, когда вы нажимаете вот руль, оно сразу открывает. Вы нажимаете AUX, оно сразу открывает. Вы нажимаете карты, оно мгновенно, видите, загружает, оно не думает. Это преимущество мультимедии с хорошим процессором и с хорошей памятью, скажем так. Тут у нас есть функция автомобиль и всякие базовые такие. Видите, тут я не вникал, потому что каждая тачка разная. Вот, допустим, видите, запас хода, там вот эти все моменты, настройки. Это все есть. Это когда мультимедиа подключается по коншине, то есть вот такой ярлычок автомобиля, вы заходите и там можете, скажем так, ознакомиться с какой-то информацией, либо что-то настраивать. Руль можно подключать в этих магнитолках либо по кану, да, как, либо вот резистивно, вообще без разницы. Хоть так можно. Что добавить?
Ребят, на самом деле очень-очень крутой аппарат. В подключении нет особо никакой сложности. Если машина с JBL, там идет другая проводка. Если тачка без JBL, то другая, по-моему, проводка идет. Там разные комплектации и разные провода. Рамочка вот такая вот, получается, маленькая, тоненькая рамочка. Все четенько встает. Машинка смотрится в салоне реально современней, потому что такие тачки, блин, вроде тачку покупаешь крутую, да, а мультимедиа у тебя совсем убогая, совсем печальная, заводская. Когда ты ставишь такое устройство, ты себя, во-первых, комфортнее чувствуешь, во-вторых, красивее в салоне, и тебе открывается полный, вот, все, что хочешь, то и делаешь. Bluetooth, флешки, навигации, CarPlay, интернеты. Кстати, я не сказал, да? В данном магнитофоне есть же интернет, сим-карта, то есть 4G, я имею в виду. Вставили симочку, и постоянно будет работать интернет. Либо вы с телефона можете раздавать интернет и Wi-Fi и пользоваться интернетом. Штатные видосики вот тут есть. Вот сейчас какой-то включу. Красивенький, покажем, какая картинка. Вот мне тут один нравится. Вот. I am not to be compared to you. No one outruns their past. I am more easy, you trying your best to become me. And mine just caught up to me. Been a long time down. So we're up against a master thief. Assassin. Ребят, ну прикиньте, насколько круто. Вот реально, ты сидишь в тачке, в своей любимой машинке едешь, и у тебя огромный 10-дюймовый дисплей, играет твоя любимая музыка, клипец какой-то, либо кинчик там на заднем плане ты там слушаешь, едешь, да, понятно, что ты не будешь. Все сразу умники скажут так. Там в тачке оно не надо, ну, многие это говорят. Надо на дорогу смотреть, зачем такой большой экран? Да, ребята, ну, все смотрят на дорогу. У тебя есть большой дисплей, ты включил, оно тебе на заднем плане, просто приятно, комфортно, скажем так, пассажирам удобно. То есть это очень-очень круто. Так что по поводу, не надо писать вот это, по поводу дороги, надо на дорогу смотреть. Все на дорогу смотрят, не переживайте. Все новые машины уже тоже идут с CarPlay'ами, с большими дисплеями, скажем так. И ничего страшного, все на дорогу все равно смотрят. Никто не смотрит туда, не переживайте. Ребят, можно поставить сюда регистратор, можно поставить переднюю камеру, можно поставить датчики в шины, то есть подвязать, и вы будете смотреть, какое давление в каждом колесе у вас. Можно все, что угодно. Очень-очень крутой аппарат, я рекомендую. Также есть на данной машинке и другие устройства, подешевле, подороже. По всем вопросам обращайтесь либо к своему менеджеру, установщику, продавцу, либо по номеру телефона там в описании ролика. По всем вопросам звоним, пишем. Друзья, всегда рады.